В Южноуральском госуниверситете узнали, что пьют студенты. Обучающиеся сдали бутылки на переработку. В вузе прошла акция по сбору вторсырья. Несли бумагу, чеки и батарейки. К мероприятию студенты подготовились основательно. Бутылки заранее помыли, убрали крышки. Чеки собирали по всему дому, а макулатуру накопили сессии. Организаторы планируют за акцию собрать больше 50 килограммов разных отходов. Люди должны немножко понимать, видеть свое количество отходов, которые они производят, как это происходит, почему это происходит, более осознанно к этому подходить. Происходит экологическое мышление. Экологическое мышление, конечно, начинается не в университете, оно начинается намного раньше, это там садика, школа. Мы просто продолжаем данный путь, чтобы этот путь не заканчивался на этапе школы. За экологичный поступок студентам обещали бонусы. Предприятие, которое занимается переработкой, планирует сделать из мусора наполнитель для подушек, а остатки пустить на ткань. Мы перерабатываем три вида отходов в замкнутом цикле с производством продукции. Это PET-бутылка, текстиль и макулатура. Из них мы производим термовойлок, геотекстиль и другие геополотна, гофрокартон и гофротару, которые используются в мебельной промышленности, нефтегазовой отрасли, дорожном хозяйстве, ландшафтных работах. Вообще собрать пластиковую тару, батарейки или бумагу может любой. Их принимают по адресам братьев Кашириных 55 и Свердловский тракт 34. Экологи говорят, это самый простой способ сохранить природу, ведь батарейки могут разлагаться приблизительно 100 лет, а пластиковые бутылки больше 500 лет.